Здравствуйте, меня зовут Гульнас, и в этом видео хочу показать вам свои новые инструменты для шитья и фурнитуру. Этот заказ я сделала в интернет-магазине «Искусница», и посмотрите, как мне упаковали. Хочу открыть вместе с вами, еще не смотрела. Вот такой большой заказ у меня получился. Все инструменты, вся фурнитура из этого заказа бренда Hobby Pro. Я уверена, вы знаете этот бренд. Он, наверное, один из самых популярных брендов инструментов и фурнитуры для шитья и рукоделия. Я сделала заказ в интернет-магазине «Искусница». Вообще, магазин находится в Санкт-Петербурге, но делают они доставку, поэтому вы можете смело переходить в интернет-магазин и делать заказ. Также товары бренда Hobby & Pro можно заказать на Wildberries или в Озон. Но я советую вам сделать заказ на сайте «Искусница». Ссылку оставлю в описании к видео, поскольку у вас будет скидка 15%. Но скидка действует в течение 10 дней со дня выхода этого видео, поэтому если вам что-то понравилось, если вам что-то нужно пополнить запасы, то переходите по ссылке в описании. Также я оставлю ссылки на все товары, которые я покажу в видео. Итак, я заказала огромнейшее количество аппликаций, что обычно не свойственно для меня, но я задумала один интересный проект, швейный проект, и мне для этого нужны аппликации. Далее, ножницы портновские, и длина лезвия здесь 21 сантиметр. Для средних и легких тканей, изготовлены из нержавеющей стали. Я обычно тестирую ножницы не только на средних и плотных тканях, можно протестировать даже на пальто, я думаю, все будет в порядке. Но самое главное — на шелке или подобные ему материалы. Вот я сейчас разрежу натуральный шелк. И все идеально. Почему именно на шелке? Потому что он такой хрупкий, деликатный. И если, например, на лезвиях ножниц есть какие-то изъяны, дефекты, то на шелке это сразу проявляется. Вы можете увидеть стрелки, затяжки, которые образуются по линии разреза и дальше по полотну. Да, такое встречается даже у новых ножниц. Но вот эти ножницы мне очень понравились. Отлично режут, без каких-либо дефектов, идеальный разрез, без затяжек. Еще одни ножницы. Это тоже портновские ножницы, ни в коем случае не канцелярские, не для бумаги. Они предназначены для ткани. Видите, у них тоже достаточно большое длинное лезвие. И их особенность в том, что лезвие зигзагообразное. Для чего нужны такие ножницы? Вот, к примеру, вы шьете жакет с подкладкой. И там оверлок не используется. Срезы остаются открытыми, но часто они осыпаются. Осыпаются срезы и у основной ткани жакета, и у подкладки. И вот в таких случаях срезы как раз, скажем так, филируют, срезают по краю зигзагообразными ножницами. Срез в результате не осыпается, либо осыпается по минимуму. Также протестирую сейчас на шелке, потому что буду использовать его большей частью именно для подкладки. И мне важно, чтобы подкладка была целой и невредимой. Да, все идеально. Идеальный разрез, идеальный зигзаг без единой затяжки. Качество очень хорошее. Кстати, это не первые мои ножницы от Hobby Pro. Я вот регулярно пользуюсь такими ножницами. Они канцелярские, но я их использую как раз для подрезов, для мелких работ, для подрезки ниток. Если мне нужно что-то сделать, например, сделать надрезы по горловине, допустим, или по пройме, какие-то мелкие работы. Тоже очень удобные, давно им пользуюсь, отличного качества. Тоже разрезание до самого кончика. И еще одни ножницы, тоже от бренда Hobby Pro. Это ножницы для обрезки нитей, снипперы их еще называют. Тоже очень удобные. Вот у них необычный вид. Здесь есть отверстие для пальца, для того, чтобы лучше фиксировалось на руке. И это действительно удобно. Использую их для того, чтобы быстренько обрезать нитку, где-то что-то лишнее удалить, например, оставшиеся нитки, распороть или же, например, удалить сметочную нитку. Очень часто использую, очень удобная вещь. Дальше, из инструментов у нас еще есть наперсток, но наперсток необычного формата.
На самом деле, я в первый раз увидела такой наперсток, и именно поэтому его и заказала. Это регулируемый наперсток, и он изготовлен из кожи. Здесь есть липучка, более плотная часть, которая располагается к подушечке пальцев. И с обратной стороны застегивается по размеру вашего пальца. Кстати, очень удобно. Сейчас попробуем. Здесь внутри, похоже, располагается металлическая пластина, которая защищает ваш палец. И удобство этого наперстка в том, что он регулируемый, то есть не спадает с пальцев. Его не приходится держать постоянно пальцем для того, чтобы он не слетел, поэтому даже не задумываешься о том, что он есть на пальце, и можно с комфортом работать. Из инструментов еще иглы. Это иглы для ручных и вышивальных работ разных номеров, от 3 до 10. Они все имеют красивое золотое ушко, и здесь по 16 штук в каждой упаковке. Всегда нужная вещь, популярный расходник. И у нас остаются пуговицы. Это костюмные пуговицы на ножке. Они очень легкие, пластиковые, но покрытие как будто эмалированное, очень красивое. И внутри золотой узор по центру, как будто погружен в эту черную эмаль. Очень красиво. Здесь 6 пуговиц для застежки борта, например, если вы шьете жакет. Их диаметр 21 мм, то есть почти 2 сантиметра. И аналогичные пуговицы, только меньшего размера, здесь чуть больше сантиметра. И их можно уже использовать для застежки, для шлицы на рукавах, для того же самого жакета. Еще один набор пуговиц, примерно такого же размера. Они тоже пластиковые, здесь написано, что они в цвете черного никеля. А на них изображен герб, достаточно лаконичный, с интересным акцентом, но в то же время не выделяется. Красиво очень. Вот и весь мой заказ. Ссылки на все товары я прикреплю в описании под видео. Это будут ссылки на интернет-магазин «Искусница». В течение 10 дней со дня опубликования этого видео у вас будет скидка по промокоду BESPOKED 15% на любые товары в интернет-магазине «Искусница». У бренда Hobby Pro также есть страница в Instagram, поэтому можете перейти и посмотреть. На этом все. Желаю вам хорошего и успешного дня. До встречи в следующих видео.